Обожаю Моссовет и КАИД. Вот прям. Что 3 года назад я была студентом, что сейчас в роли преподавателя. Я люблю это место. Я здесь училась. 15 лет назад закончила Моссовет. Ну и потом работала в разных организациях. Вот. Ну и в какой-то момент решила так круто поменять свою сферу деятельности. Но я почему-то думала, что если я вдруг займусь когда-нибудь преподаванием, то я вернусь именно в Моссовет, а не куда-то в другое место. Знаешь, Екатерина, были времена, когда было нелегко в 90-е, очень-очень сложное время. И я здесь училась. Я здесь училась, здесь работала. У меня первая запись трудовой книжки здесь. Мне хотелось преподавать. И вот я вот когда уходила, я прям была уверена, что здесь какое-то время все равно буду работать. Мы просим всегда, чтобы наши дети, когда у них происходят значимые события в жизни, присылали нам фотографии, там два слова. Там замуж вышла, в институт поступила, родила ребенка. И нам фотографии, потому что мы вот этим живем. Потому что если наш ребенок нашел свой путь в жизни, все, мы, жизнь удалась. Если не быть легким, если не быть отзывчивым, искренним, то творчество получается тяжело, оно так со скрипом идет. И интуитивно студенты это понимают, и преподаватели это понимают, и поэтому какая-то создается такая приятная атмосфера. Я у вас учусь, и это замечательно, и это нравится. Ну, когда вы у меня учитесь, это тоже неплохо. Да я обожаю студентов, мне с ними так весело, на самом деле, так круто. Я забыл вопрос, пока придумывал ответ. Я просто обожаю своих студентов, несмотря на все их косяки, лень и нежелание иногда учиться. Но все равно они все просто замечательные. Вы сволочи, конечно. Но отношения у меня к вам абсолютно замечательные. Они действительно хорошие ребята, а можно от них учиться не только профессии, сколько вот этому свежему взгляду на жизнь. Такая атмосфера царит. Только крутых людей, преподов и студентов. Все студенты, они офигенные. Творческие профессии, это настолько круто, когда ты приходишь на пару, люди не сидят вот так вот, а у них глаза горят. Это прям вообще кайф. Те, кто хотят стать фотографами, самые лучшие фотографы только в Моссовете. Это просто факт. Элита. Жопа. Это цветы мне? Пожалуйста. Спасибо. Большое вам спасибо за занятие. Спасибо большое. Это не постанова. Ну, мне бы очень хотелось, чтобы все наши студенты чего-то добились в будущем, но они не добьются. Я думаю, что все достойны чего-то добиться, да? Да, я добьюсь смены власти. Да. Я натурал. Это очень важно, я натурал. Не надо, Настя! Я тебе шапочку подарю. Ты куда пошел? Ну-ка, зайди в класс. Ладно, что по деньгам? А ну-ка, убери камеру.